команды. Давай. Насчет. Есть такая позиция, да, double under, вот здесь, да, условно говоря, вы берете человека, надежно закреплены штаны. Надеюсь. Вы человека выдергиваете и сразу его туда в черепаху выкидываете. Да, и забегаете за спину. Ну, это, по-моему, какие ваши действия? Адвентаж. На самом деле, правильно будет ничего не давать. Чего? Никому. Не проход. Потому что это не проход. То есть не было атаки прохода гарда. То есть они считают, что это такой фриповер, да, то есть был гард, гарда нет, но при этом не было обхода гарда. Так, вот это частный случай. Есть еще такие нюансы в этом плане? Сейчас. То есть, получается, если я, допустим, прохожу ноги, а он убежал в черепаху, это advantage? То есть, условно говоря, чтобы не получить advantage, можно ли я сейчас? Чтобы не получить advantage за guard pass, не за черепаху. За черепаху не дает advantage. Да, окей, за попытку. Великий миф, живущий в российском интернете. Вот. Вот я получу advantage, даже если я уже вот так прошел. Да. Линию таза прошел. Потому что коленки его уже. И даже не вопрос линии таза. Вопрос в том, что, во-первых, гард это в принципе все, что внутри ног, да, правильно? Вот. Я уже не внутри ног, да, я за пределами. И плюс я уже к нему приближаюсь, то есть я уже, даже не со стороны ног, я уже скорее сбоку. Вот так. Но же здесь никакой фиксации нет. Да, но при этом гарда у него нет, а он был. Я вот иду сюда. Если будет фиксация, если я изначально из открытого, я же могу здесь сбоку и так, и постоянно перемещаться, и в принципе ты будешь как бы рано или поздно с одной стороны, либо с другой, но при этом я как бы еще контролирую тебя, и я в гарде остаюсь. Допустим, сейчас... Если ты восстановишь гард, я получу advantage, а если ты не восстановишь, то я получу трибал. Я не понял разницу между двумя черепахами. Я не успел ее рассказать просто. А, ты вспомнил. Суть в чем, если я был вот здесь, вот это четкий гард, да? Потому что я внутри ног. Я начинаю проходить, Диме ничего не остается, он понимает, что он меня не оттолкает креветкой, он уходит в черепаху туда. Андрей. И был гард, и была попытка прохода моего, да, ноги я его убрал, он ушел в черепаху. Я получаю не за черепаху адвенш, а за проход гарда. Я бы его точно так же получил бы, если бы это было вот так. Я ухожу сюда, но Дима потом берет, упирается мне в это плечо, падаю, он упирается мне в плечо, там еще что-то, и останавливается сюда. Будет два одинаковых адвентажа, на черепахе не будет. Ты был в гарде, берешь дабл андер, переворачиваешь, да. И уходишь дальше. Да. Ну это же тоже попытка прохода. Ничего не получается. Да. Стас, а ситуация? Ты что, зашел ноги, по идее, из гарда? Не было момента, видишь, не было момента, то есть ни разу его гард не был пройден. То есть он как, знаешь, это как гард Шрёдингера, он был, а его нет, короче. Вот такой нюанс. А вот эта ситуация с Теллисом, вот он сидит в гарде, человек начинает просто идти в сторону, он раз в черепах, он же проигрывает адвентаж. Да, смотри, сколько слотов на адвентаж проиграл. Причем десерт, я к тому, что вот в этой ситуации он просто делает такое движение, уже минус адвентаж. Формально да, если человек пошел туда. То есть, как бы понимаешь, если ты к нему открыл свою спину, а у тебя был гард, то он получает адвентаж, потому то, что он типа атаковал твой гард. Он в принципе ты его атаковал. Вот эта ситуация не такая же. Не такая. Дабл андер. Вот частный случай дабл андер. И, соответственно, вот черепаху в гард. То есть я лежу такой в гарде, что-то психанул, короче, сел в черепаху, вот такой сейчас буду атаковать из черепахи. Но это что же? Нет адвентажа, и маловероятно, что такое будет. Да. А если будет? Я-то так могу. Ну, ничего не будет. Никаких баллов не будет. Да, потому что это и не стойка, и не гард. Вот как вы сказали, линию ног прошли, да? А если правая рука в вас? Но вы прижали здесь уже. Вот эта рука в вас. Спайдер там. Вот два варианта. Лассо и спайдер. Да. Я слышал, что есть новости, вернули там какие-то. Давай скорее показывай. Лассо, условно говоря. Тут видишь? Специальное приспособление. Вот так? Да. Вот, короче, если я прохожу сюда, я вот здесь продержу в течение 3 секунд, и, если он хотя бы барахтается, то это может быть не 3 секунды, а чуть подольше, до тех пор, пока я его не стабилизирую. Да. Вот. Но как только я его стабилизировал, раз, два, три, это проход. Угу. Вот. И со спайдером тоже самое? Нет, со спайдером другое. А вот со спайдером? Со спайдером я ничего не получаю вообще никогда здесь. Я должен убрать эту ногу. Если он меня отсюда сверпанет, он получает баллы.
Вот они это, короче, почему возникла путаница со спайдером, потому что в один момент судьи, которые много судили на соревнованиях, ну, как бы эта история так гласит, они между собой договорились, что они, ну, приравняли эту позицию класса. А потом есть такой чувак, Джутсон Борджес, он как бы у него в этот момент пукан подорвался, как у одного из главных дядей федерации, и он как бы, ну, разделил эти позиции полностью, сказал, вот есть класса, есть спайдер. Спайдер считается гардом до самого конца, потому что есть контроль. И потому что у вас есть реальная возможность человека свипануть оттуда. Вот и все. Ну, с ласса, когда уже вот так, уже нет возможности. То есть не считается ни колен, да? Да, не считается ни колен, ни адвентаж, ничего. То есть если у меня есть вот этот спайдер-хук, да, я зашел там, не знаю, колен на живот, просто сайд-контрол, я там, не знаю, вот так у меня рука гнется. Вот. То ни адвентаж, ничего. То есть только нижний здесь может что-то заработать, а для верхнего я должен убрать спайдер. Даже если зафиксировался там плотно, да, в сайде, да, да. Ну, даже не в колене, где вы... Ты в сайде плотно со мной зафиксируешься. Ну, ну окей, максимально плотно, допустим. Вот. Это что касается, ну, ласса и спайдера.